Важно хорошо заточить карандаш. Для этого можно пользоваться канцелярским ножом, строительным ножом. Вот такие ножи довольно удобные. Особенно, когда есть такая металлическая по краям штучка. Она создает более долговечность для вашего ножика. И он вам прослужит очень долго для заточки карандашей. Очень хороший. А вот эти металлические сами ножи можно покупать целыми партиями и потом заменять сами лезвия. Вот. И вот так начинаем точить. Обычно, когда я училась, то нас показывали нам прям вот так интересно, затачивали прямо вот так длинно-длинно. Это не обязательно, но вот как бы вот так одной девочке, даже учительница говорила, вот ты, что ты научилась за это время об учебы, так и так точить карандаши. Ну вот так затачиваем, вот, и самое главное, чтобы тут был такой устенький, довольно хороший, удобный, ну, конечно, чтобы не сильно использовать их, не сильно раз-точать, и так, в принципе, хорошо будет, вот так. И нужно следить, чтобы карандаш, которым вы рисуете, он должен быть хорошо заточен. Тогда у вас будут штрихи красивые, четкие. Вот. Это очень важно. Вот так. Вот так можно закрутить. И он... Ой, не в ту сторону, наверное, закрутила так. И все. И оно не высовывается. Нормально. Так. Ну, потом можно еще вот так по бумаге поводить, и оно как бы еще больше типа подточится. Ну, это не обязательно, но по желанию.